Проект «Читай быстро» представляет 20 плюс лучших книг по менеджменту. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и отправить ссылку на видео знакомому менеджеру, а мы начинаем. Эффективное управление. Питер Друкер. Фундаментальная работа в области менеджмента, нацеленная на развитие личной эффективности руководителя. По мнению автора, невозможно управлять подчиненными, не научившись управлять собой. Сначала нарушьте все правила. Маркус Бакингем, Курт Кофман. Писатели рассказывают, как правильно определить роли сотрудников для достижения максимальной эффективности труда. Сотрудники на всю жизнь. Лоррейн Грабс Уэст. Успех компании зависит от профессиональных навыков сотрудников. Лоррейн Грабс Уэст представляет собственную методику по привлечению и удержанию профильных специалистов в организацию путем создания привлекательных условий труда. Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на результат. Дэн Кеннеди. Менеджер мафии. Банковская тайна. Шен Бекасов. Необычный взгляд на банковскую сферу. Книга наполнена жизненными историями. По мнению автора, в любой сфере менеджер руководит людьми, а каждый сотрудник – обычный человек, к которому нужно найти подход. 48 законов власти. Роберт Грин. Произведение об искусстве обольщения и манипуляции, привлечении симпатии к собственной персоне. Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей. Джек Канфилд. Эта книга – история о том, как всего в два шага могут сделать людей счастливыми. Так ли это легко? Ну, скорее нет. Все начальники делают это. Брюс Тулган. Универсальное решение проблем, с которыми сталкивается каждый менеджер. В книге поднимается тема недоуправления, даются рекомендации по улучшению коммуникации и формированию эффективной команды. Человек решающий. Деннис Бакке. Из книги читатель узнает, как правильное делегирование обязанностей способно упростить жизнь менеджера. Неприятие перемен. Роберт Киган. Материал для саморазвития управленца. Анализ распространенных ошибок, совершаемых начальниками с точки зрения психологии. Совещание по Адизесу. Нир Бен Лави, Шохам Адизес. По мнению писателей, бизнесу необходимо содействовать со стороны разных людей, которые можно получить налаживанием связей во время коллективных обсуждений. Книги Брайана, Трейси, великого Джима Коллинза, Друкера и Адизеса ждут вас в статье по ссылке под описанием этого видео. Приходите и читайте.